Наши малышки родились в конце мая. Это для Италии уже довольно-таки летний месяц. И у меня возникла идея рассказать, как можно на летний месяц организовать день рождения, скажем так, на дачном участке. Для начала мы запаслись курочкой, потому как ее можно и очень маленьким деткам, например, таким как двухлетние малышки мои. На гарнир мы сделали запеченную с салом картошечку. Сало откидывается, и картошечка получается очень-очень-очень нежная, потому что запекается в фольге на углях. А это значит, что такую картошечку можно даже малышам двух лет. Также было много разных салатов из капусты, из помидорок и огурцов, а также рисовый салат. Но это уже полноценное блюдо. Еще у нас была нарезка в виде разных колбас, сыров и моцарелла. Во время праздника у нас было много деток 10-12 лет, поэтому мы запаслись всякими снеками для них. Типа всяких печенек разных вкусов, сырных палочек кукурузных, ну и всякого другого. Еще на сладкое было маршмеллоу и желе. Для развлечений малышам был поставлен домик и много игрушек. Для деток постарше поставили ружье для страйкбола и цели, и дети развлекались все. Ай-яй. Ай-яй, поднимай бимбу, поднимай. Она лимончик поднимает. Когда малышки сильно устали, я отнесла их домой, выкупала, одела в красивые юбочки, и мы созвали всех и сделали много красивых фотографий. Задували свечки и пробовали тортик. Довольными остались все, и дети, у которых были и развлечения, и сладкий стол, и много вкусняшек, и взрослые, которые спокойно посидели, и которых мало кто отвлекал. Надеюсь, вам понравилась наша идея праздника. Нарезаю. 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 Нареза